Звезды большого российского шоу-бизнеса на один вечер стали героями большого кино. Для полноты перевоплощений, для того, чтобы Станиславский, будь он жив, сказал «верю», Сергей Глушко не пожалел лба своего и стал Халком. На презентацию фотопроекта «Кинопробы» звезды слетаются с большими надеждами поглядеть на себя любимых в образах киногероев. Снаружи гостей встречает Фредди Крюгер на колесе. А внутри слегка похожие на него ведущие. Направо и налево раздают звездам их портреты. Во время фотосессии некоторые артисты примеряют на себя разные роли, но Тарзан Сергей Глушко моментально становится Хеллбоем. Наконец-то, говорит, Тарзан покраснел. Ему стало стыдно за его деяние. У меня была, значит, Фиона из Шрека. У меня была женщина-кошка. Это был когда мы фотографировали. Представляете, я тумба армейская женщина-кошка в латексе. В какой роли? Ну, меня тут уже спрашивали, я сказала, что Юрия Никулина из «Бриллиантовой руки». Тони Шиповалова, Лилу из «Пятого элемента», Зверев, Джек Воробей, группа «Блестящие русалки» и многие-многие другие. Если бы все наши звезды ходили на тусовки именно в этих образах, было бы, конечно, гораздо интересней. Но смешнее, по крайней мере, точно. Диана Юзбекова, Оксана Янченко и Андрей Скрипкин. Про новости. Отлично.